Всем привет, дорогие друзья, с вами Катринка. Сегодня я вам покажу, как сделать санитайзер для рук в домашних условиях. Это не мой рецепт, я подсмотрела его на сайте Watsons.ua, в инстаграме. Они сделали такой санитайзер из геля алоэ, поэтому, кому интересно, присоединяйтесь и смотрите видео до конца. Значит, рецепт очень простой, самое главное иметь два наших ключевых ингредиента. Первое — это алоэ гель Холика Холика, это корейский бренд, корейский гель алоэ вера. Не буду на нем долго останавливаться, это можно говорить очень долго, у меня есть отдельные видео, давным-давно на канале были, если нужно, оставлю ссылочку внизу. Конечно, можно брать не только Холика Холика, а другие бренды корейские или китайские гели алоэ, которые у вас есть дома. Также я взяла шприц на 20 кубов и должен быть этиловый спирт. Не смотрите на этикетку, это у меня просто бутылочка от санитайзера, который давно закончился. Я перелила сюда обычный этиловый спирт, который у меня есть дома. Значит, здесь бутылек у меня 50 миллилитров, я налила в него где-то миллилитров 30, видите, он не полный. Остальное пространство, 20 миллилитров, вот этот вот шприц полный, я буду набирать геля алоэ. Итак, открываем. Кстати, на этом видео в Watsons я только узнала, что гель алоэ. Сколько я уже пользуюсь этим гелем, смотрите, я не знала, что здесь есть заглушка для крышки. Вот она. Оп. Вот. Я, честно, я не знала, увидела только в этом. Уже у меня больше года, наверное, этот гель. На самом деле он очень экономно расходуется, и я не знала, что есть такой нюанс. Так, теперь набираем шприц геля 20 миллилитров. Все, шприц набран, и теперь я заливаю гель алоэ в спирт. Все, я залила, таким образом наш санитайзер готов, который не будет сушить руки, как сухой настоящий концентрированный спирт. Он будет ухаживать за вашими ручками, так как гель алоэ очень хорошо ухаживает за кожей, не будет давать ей трескаться, тем самым будет увлажнять ее и заботиться о наших ручках. Надеюсь, вам понравился мой санитайзер. Делитесь этим видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А также пишите комментарии ваши, что вы думаете насчет такого санитайзера геля алоэ. До новых встреч, с вами была Катринка, пока-пока!